Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить короткое сообщение, тоже по теме использования тканевых матриц при изучении панели иммуногистохимических маркеров в дуктальных аденокарциномах поджелудочной железы. Автоматические системы получения тканевых матриц из парафеновых блоков применяются уже более четверти века для решения многих диагностических и исследовательских задач. Для подготовки тканевых матриц в автоматическом режиме формируются реципиентные блоки, которые включают в себя большое количество зон интереса из различных донорских блоков. Ну, вот я кратко еще раз уже об этом говорили в предыдущих докладах. Этапы изготовления тканевых матриц, отбор и сканирование препаратов будущей матрицы, это первичное сканирование, оно представлено на слайде, выделение и маркировка на цифровом препарате интересующей зоны, создание базы данных случаев в Excel, связь с клиническими данными пациентов. Создание макета и реципиентного блока, совмещение цифровых маркеров с изображением блоков доноров, сохранение этой информации снова в базе данных, извлечение выделенных зон из блока донора, перенос материала в реципиентный блок, подготовка стекла с блока, окраска, микротомия, окраска. Полученная цифровая картинка подвергается повторному сканированию, затем производится оценка полученной матрицы, количественный анализ и формирование отчетов. Использование тканевых матриц дает нам следующие дополнительные возможности для анализа. Это создание галереи отдельных зон интереса, к которой мы можем вернуться на любом этапе исследования. Стандартизация, сравнение множества объектов, подготовленных в гарантированно одинаковых условиях. Оптимизация рабочего ресурса лаборатории, экономия реагентов. В нашем исследовании было взято 51 случай панкреатодуоденальной резекции. Мультиблоки были изготовлены из архивного материала онкологического научного центра имени Блохина и неонкологии имени Петрова. С помощью разноцветных меток были выделены зоны интереса. Их было несколько, это из основной части опухоли, периферические участки опухоли, в том числе врастание в стенку 12-перстной кишки и другие структуры, и из метастазов. С учетом большого количества перитуморальной дисмопластической стромы и наличия гетерогенности опухоли, с каждой зоны были взяты по одному 3 панча по 2 мм, в целом с каждого случая 4-5 панчей. На слайде представлено на малом увеличении вот те зоны, которые мы отмечаем, разноцветные метки, которые мы потом вносим в таблицу Excel и всегда можем вернуться к интересующим нас зонам и на большом увеличении. В работу были взяты, использованы 7 иммуногистохимических маркеров. Это цитокератин 7, 20, 19, CDX2, CA19-9, карциноэмбриональный антиген и МУК-1. Результаты, которые были получены нами, неинформативным оказался материал в 6,25% случаев. В основном это были технические дефекты, такие как потеря спота и артефакты окрашивания. Затем производился анализ полученной информации. Для этого цифровые слайды были синхронизированы таким образом, что на одном экране мы могли проанализировать сразу все иммуногистохимические маркеры конкретного данного кора. Здесь представлены различные паттерны опухоли и иммуногистохимические окраски. И таким образом у нас получилась топография иммунофенотипа основной опухоли, в основном позитивный, это цитокератин 7, CA19-9, цитокератин 19 ИМА. Ну, собственно, те же показатели у нас получились и в периферической зоне опухоли с различной вариабельностью, в метастатической опухоли с небольшими различиями. И наибольшие различия, более 10% в различных зонах опухоли у нас получились по цитокератину 20 и 7 и CA19-9.
Эти результаты были сопоставимы с литературными данными, с данными других исследований, и, собственно, с нашими исследованиями, которые мы проводим в рутинной работе на обычных иммуногистохимических окрасках, обычных стеклах, микропрепаратах. И в заключение хотелось бы сказать, что результаты иммуногистохимических окрасок, полученных с помощью использования тканевых матриц, сопоставимы с результатами, полученными при рутинной гистологической технике. Развитие техники тканевых матриц позволяет проводить эффективный и надежный скрининг потенциальных опухолевых маркеров, в том числе и дуктальной аденокарциномы поджелудочной железы. Количество и размер тканевых матриц, коров, предполагает адекватную репрезентативность опухоли. По данным литературы, 2 кора по 1,5 мм или 3 по 0,6 мм обеспечивают достаточную репрезентативность опухоли. Мы использовали 3-4 кора диаметром максимальным 2 мм, учитывая большое количество десмопластической стромы в дуктальных аденокарциномах поджелудочной железы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы? Да, пожалуйста, Сергей Ильич. Которым осуществлял ПДР с солидными типами протоковых карцином или опухоли поджелудочной железы. Вот вы сейчас общую эту палитру. Какой опухоли представлены? Дуктальные. Дуктальные аденокарциномы, протоковые аденокарциномы. Это был наш проект, это первый, следующий у нас будет взято в работу более 400 случаев, поэтому это был своеобразный пилотный проект. Мы брали по заключениям патологоанатомическим, где звучал диагноз дуктальной аденокарциномы. И вот несколько вопросов в связи с этим, так как понятно, что речь идет о солидном варианте протоковой карциномы, да? Сколько из этих пациентов были верифицированы до операции как протоковая инвазивная карцинома на биопсийном другом материале, чтобы потом не исследовать операционный материал-то? Нет, ну, перед операцией они, наверное, были, я думаю, что все были. Можно я только скажу, это материал, на самом деле это материал архивный. Онкологического центра, да. В большей части, и были... Нам даны заключения уже отслеженных пациентов. Это ретроспективный анализ истории болезни, протоколов химиотерапии и всего остального. И это первая часть работы. Вторая часть, которая у нас будет поисковая, она будет как раз-таки с тонкоигольными аспиратами, да, нерезектабельных форм рака поджелудочной железы. И вот первая часть, которая ретроспективная, мы сейчас проводим поиск потенциальных маркеров для того, чтобы заниматься второй, проспективной частью. И, собственно, та панель, которая была сейчас озвучена, это тоже первая поисковая панель. Да? Естественно, мы панель будем расширять, материала много, матриц много, мы можем исследовать разные, в том числе экспериментальный материал, я имею в виду экспериментальные антитела, именно с целью поиска оптимального клона, оптимального антитела для тонкоигольной биопсии, естественно. Дооперационного исследования. Дооперационного. Да, это очень разумно и очень действительно интересно. Но здесь как бы два момента. Протоковая карцинома не является, опять же, моногруппой, это гетерогенная группа. Существует 4 гистотипа, поэтому мы с вами должны именно эту дифференциальную диагностику. А вторая проблема, я хотел вас спросить. Мы сейчас говорим с вами о солидных опухолях. Поджелудочной железы солидный вариант опухоли составляет примерно 40-50-60%. Большая часть или почти половина составляют опухоли, у которых либо кистозный изначально макротип, либо очень выраженный кистозный компонент. И в кистозном компоненте мы с вами испытаем большие сложности, потому что эту методику не сможем использовать для того, чтобы осуществлять дифференциальную и первичную диагностику, и даже исследовательские какие-то. Вы имеете в виду, что мы не сможем, мы можем взять больше коров? То есть вот по данным литературы они говорят, что даже большое количество десмопластической стромы и кистозные опухоли, ну, мы берем максимальный диаметр кора и просто большое их количество.
То есть такие данные, где и кистозные опухоли они исследуют с помощью системы мультиблоков. Да, но просто кистозный вариант опухоли – это не всегда протоковая карцинома и далеко не всегда протоковая карцинома. Кистозные варианты опухоли для других типов опухоли доброкачественных, переходных, там, промежуточных и злокачественных поджелудочной железы, не будучи протоковой карциномой. Вот речь идет о чем. Ну, пока этот материал у нас за кадром. Да? То есть мы смотрим сейчас ретроспективно ту часть, которую вы правильно говорите, солидная, дуктальная, банальная, да, обычная дуктальная карцинома. Их в основном порядка, по-моему, 90% у нас. Да. Да, были какие-то вкрапления кистозных неоплазий, но они не составляли, ну так скажем, доминанту. Поэтому, да, вы правы, то, о чем вы говорите, ну, понятное дело, что да, мы мы не будем распространять, наверное, а может быть будем, не знаю, все, это поиск, сейчас это поиск. Спасибо.